На базе технопарка в Перми появится федеральный центр робототехники. Соглашение подписали компания «Промобот» и несколько российских университетов. Структура должна способствовать интеграции роботов в различные сферы жизни, включая промышленность, транспорт, медицину и другие области. Максим Алексеевич, пожалуйста, выберите удобный способ получения пропуска. Ну, наверное, обращусь через охранника. Еще одна задача центра – помощь в монетизации разработок российских вузов как внутри страны, так и за рубежом. Центр будет работать на базе онлайн-платформы, где подрядчики смогут общаться друг с другом, обмениваться идеями и проводить тестирование оборудования. В будущем в федеральный центр могут войти представители других вузов, в том числе зарубежных. Объем инвестиций в проект пока не озвучен. В компании отметили, что он будет зависеть от поступающих заказов. Консорциум по развитию робототехники – создается именно здесь, на базе нашего технопарка, на базе технопарка Marion Digital. Но мне кажется, что это закономерное решение. Во-первых, потому что наш технопарк в сфере высоких технологий, Marion Digital, это один из крупнейших технопарков такого типа в стране. Во-вторых, потому что у нас есть с самого начала нашего проекта ключевые резиденты, которые выступают локомотивами развития инновационных компаний, которые базируются здесь, в пределах нашего технопарка.